Тело Ким Чен Ира, скончавшегося в субботу лидера Северной Кореи, поместят в мавзолей в Пхеньяне, где покоится его отец, основатель КНДР Ким Ир Сен. Похороны солнца нации пройдут 28 декабря. А пока в северокорейской столице не утихает плач, а граждане воспринимают кончину народного лидера как личную трагедию. Закрыты магазины, остановлены заводы и фабрики, отменены занятия в школах. Комиссию по организации похорон возглавил Ким Чен Ын, младший сын Ким Ир Чен Ира. Названы его официальным преемником.